В этом видео, дорогие друзья, я вам покажу, как играется песня Высоцкого на испанских аккордах «Тот, который не стрелял». Тональность произвольная. С Дем начинаем с пятого лада. Я вам, вот мне тоже непонятно выйти, но нет. Я вам, нет, не вытягиваю. Давайте тогда лучше, чтобы мне было удобней, с опять, наверное, аккорда ГМ. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. И, в общем-то, можно дальше не показывать, потому что так играется вся песня. Конечно, ну вот я, например, да, потому что, ну, одно, как бы, однозвучно, да, однотипно играть эту песню не хочется, но хочется разбавлять там переходами. Можете делать переходы, там, сдвигаться влево, вправо, как угодно. Вот. Ну или, так сказать, несколько других брать связки аккордов. Например, судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особи суетин неутомимый наш еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок отколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не мог. Нет, мог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «пли», и залп не выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу жив, зараза, тащите медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Ну и так далее, и так до конца. Так играется эта песня. Высоцкий играл все песни свои по-разному. Одну и ту же, вернее, он мог до неузнаваемости там мелодию менять. Поэтому играйте, как уж захотите, как Бог на душу положит, так и играйте. Ну, всего доброго, до свидания.